Здравствуйте, шедевр! Здравствуйте, красавица! Здравствуйте. Как вы? Нормально, пирожки жарю. Ох, боже мой, что может быть вкуснее женщины, которая жарит на кухне пирожки? Это самое прекрасное, что есть в мире. Боже мой. Вы просто невероятная. Как вас зовут? Ярослава. Ярослава, ой-ой-ой, какое имя. Ребята, у нас впервые в эфире Ярослава Ханум готовит пирожки. Мы никогда этого не видели. Расскажите, пожалуйста, ну вот, боже, какая женщина. Обалдеть. Пирожки, ой-ой-ой-ой-ой, какая вкуснота. Вай-вай-вай. Не знаешь даже, кем ты дать Ярослава Йоса пирожки. Ярослава Ханум, а они с картошкой или с капустой? Картошка и с капустой. Оф, ваш мужчина, наверное, самый счастливый человек. Честно. Такая женщина, такие пирожки. Каждый мечтает. Я на вас подпишусь. Вы честные, вы божественные. Честно, у меня нет слов. Эх, бомба. И это вы взяли тесто, сейчас вы туда добавите картофель. О, это капуста жареная, с луком, да, наверное, или без лука? Луком, с морковкой. Ой, блин, какая вкусная. Это после таких пирожков 100% захочется либо на рыбалку, либо любви. Еще две розы. О, боже мой. Какая женщина. Из какого вы города? Из Украины, Полтава. Полтава, боже мой. Говорят, в Полтаве самые красивые девочки. В общем, делайте тесто, разминайте и туда капусту. Сын, а почему не пошел в школу? Он только пришел со школы. Супер. В каком классе учится? В другом. С другом. О, боже мой, квас. Ой, да, что может быть прекраснее женщины, которая пьет квас? Друзья, утроение. Что закиньте утро? Вы на меня подпишитесь, Ярослава. Вы божественны. Хочу быть вашим лучшим другом. Спасибо, Сафаров. Друзья, утроение. Нормальный подаркатон. Да. Ой-ой-ой-ой. Да, и гюзели. Да, и гюзели. Полтава. Вай-вай. Вот ведь повезло. Представь, ты муж, возвращаешься с работы, Саул Сафар, и у тебя ждет жена красавица и пирожки с капустой. Вот эта женщина. Ё-моё. Ой. Когда на лараме. Молода. Не надо, видвозь. Пиши винахер. У вас двое детей, Ярослава? У меня трое. Трое, о боже мой, какое счастье. А это пирожки по украинскому рецепту или по какому-то другому? По украинскому. А, у армян тоже есть армянские пирожки с грибами, по-армянски, по-вермянски. У вас они на вареник похожи, с одной стороны вы их мнете. А иди роби уроки, вечером прийди гулять. Треба, треба. А сына как зовут? Женя, Андрей и Никита. Женя, Андрей и Никита. Ну я ж тобі сказала, малі зроблять уроки, і ви потім прийдете і будете гуляти. Блін, какое счастье. Как хорошо, какая радость. Ну ти не будеш мішати? Хорошо. Какое же счастье, когда... Знаете, нет ничего прекраснее, чем женщина на кухне. Просто смотреть на нее, как она идет по кухне туда-сюда, пьет квас, делает пирожки. Это самое прекрасное, что есть вообще в мире. Наслаждаться. Одними глазами можно стать счастливым. Я из Азербайджана, из Баку. Одинокий мужчина слегка за 40. А что ты на нем едешь? Блин, вот это счастье. А... Уф, так захотелось приехать в Полтаву.
У вас там кто-нибудь есть из девочек, чтобы не замужняя была? Я в Полтаву хочу. Так приезжайте, у меня есть. Куда приезжать? В Полтаву. Ну, хорошо. Вы на меня подпишитесь, я приезжаю, хорошо? Я подписалась. Спасибо, чудо, спасибо. Скоро, Галера. Давайте, пока.